Есть у нас радостная новость. Скорее всего, она будет радостна даже для всех. Роб готов сыграть прямо сейчас победителя, то есть Дойчмана. Это у нас уже турнир Desert Cup номер 2, 1/8. Получается именно 1/8, а не 1/16. Роб XD будет бодаться с Дойчманом. Правила все те же. БО, БО, так кстати, какое? Ой-ой-ой, ребятки, а БО-то какое? Так, финал и за третье место только БО 5. Значит, также по-прежнему БО 3, то есть до 2 побед. Давайте пока готовятся генералы, перечислим тех, кто уже находится в 1/8. Это Руис, Радикс, Асус, Козырный Пукан, СПЛ, Алекс Зеташ. Рева уже выдвинулся далеко вперед, он уже в 1/4 сыграл он с Бляром. В 1/8 и тот его одолел. То есть Рева пока лидирует, быстрее всех сыграл все свои игры и находится уже в 1/4. Ну а также у нас есть еще в 1/8 Старлей, Дасти Роудс, Аллигатор, Некромот, ну и Роб XD с Дойчманом, которые уже готовы показать свои игры. Так, видимо, не все готовы. Дойчман, нет, смотрите-ка, уже проснулся. Разбудил кто-то его холодной водой. Готов, Дойч. И смотрите, какой мирор упадает. США на США. И вряд ли кого-либо устроит жалоба, что мне попался не тот генерал. Ничего подобного. Играем рандом, значит, все строго симметрично, у всех равные шансы. Так, одинаковый старт. Направо полез и налево тоже захотел. Ночью сплай сделать. И аналогично поступает Роб XD. Напоминаю, счет 0-0, играют на рандоме. Неизвестно только, они как договорились, открыто, не открыто, но Юса против Юса выпало им. В принципе, они знают, кто есть кто. Делается дроп в две стороны. Готов. Здесь ничего не получилось и высаживает. Отлетел, отлетел Роб.
Уже заранее смотрите, как действует, да? Ух ты, между двух дозеров. Зажимай, зажимай еще. И уводи челноков, дойче. Улетает. Дозера, дозера беречь надо. Можно задавить задним ходом. Нет, не сделает это уже. Дойче и теряет одного бульдозера. Второго тоже может потерять. Все, проснулся и убегает дальше. Теряет одного челнока Роб. Прилетает в попу ракета. Но не жалуется вражеский чинок. И опа, какой сюрприз от робота. Все, накрылась карьера у дозеров. Предпочитает отомстить. Военный завод уже отстроен у роба. У дочи же как раз таки и нет. Зато мешает активной экономике собирать ресурсы на втором сплае, но все-таки на первом здесь копают неплохо. Топчет грязь на месте рейнджер. Все. Увидел из этого тумана врага и начал по нему вести дракон. Огонь. Удивительно, что так успел сделать, в принципе. Хорошенько справляется, контролирует дочь и там, и сям. Эх, дострелить бы, да? Ну что ж, только дропы спасут сейчас положение дойчмана. Ведь все довольно грустно у него сейчас выходит. Можно здесь еще одного чинука заказать. Лишним бы не было. И под озеро тоже бьет. Ну, в принципе, преимущество у Роба то, что у него есть военный завод. Значит, есть военная техника, есть хамвеи. Ну и прочая ерунда. Сбивается чинук. По центру нужно встречать хамвея. Встретить не встретят. Но... Нет, уже поздно. Вот сделал такую, смотрите, границу очерчивает. Ты здесь не пройдешь. Ну, челноков-то надо было уж убрать было. И пошла пехота вперед. Ну что еще, захват хочет изучить. Дойче, куда ему захват-то? Разве чтобы быстрее уничтожить вражеские постройки. Сбивается здесь чинок у дойчмана. Встреливает в центре чинука. Тот пытается увернуться и теряет пехоту, которая была тут засажена. Большие потери у дойче. Продает второй суплай. Решает дропнуть. Думаю, это самый такой решающий дроп. Ну, подъехал же. Эх. Не тот юнит внизу оказался. Зря ракетчиков там выпускает. С барака. Уводи чунука. У тебя и так их мало, дойче. Ёлки-палки. Не того бьёшь. Раз, два, три, четыре. Тут лучкованы, ребята. Нет, ничего не светит здесь у дойче. И думаю, счет станет 1-0 в пользу роба. Ведь у него теперь все под контролем.
Да, GG пишет Deutsche и сдается. Что ж, 1-0 в пользу Рома. Нас разгромили. А денег, в принципе, одинаковое количество набрали. По 10 тысяч. Так, вторая игра. И зимнюю карту давайте нам. Наконец сменил карту. ГЛ. КФ. ГЛА и СВГ. Упадают армии такие на рандоме. Барак в центре возводит глашник. Реактор и сразу продает. Командный центр. И продает глашник командный центр. Что ж, два рабочих направо. Один рабочий здесь почему-то. Сделал бы два, один бы норочку здесь сделал. Другой бы строил, а этот бы и добывал бы дальше. Немножко не прав в плане экономики Deutsche. Захватывает таксишку. Правда, на такси-то не похоже. В общем, машинку захватил из какой-то помойки. Да, и правильно делает, что бьет именно по электричеству. Сейчас юниты будут долго производиться. И к тому же дорогие хамвеи у СВГ. Ого-го-го, как решил проехаться. По рабочему надо бить, да, и бьет по рабочему. Рабочему буквально нужно было бы отойти. Хотя, чтобы это дало, процентов до 80 бы пас достроился и, в принципе, тоже мог быть убит. Хотя, есть спасение. Бункер. Девятьсот у Deutsche, 1200 у Robo Exim. Проезжает наглая течь. Усаживает раба вот так вот скрыто. И ракетчики. Эх, не успел. И не будет убить, нет. Выживает. И решается пойти в захват роб. Справа подкрепился туннелем. О, боюсь, и здесь тоже подкрепится. Вот этим бы. Могу спокойно роб расправиться с рабом. Построил с норочкой и ничего не мешает робу. Почему робу? Deutsche. Взять и высадить свои юниты на вражеский суплай.
Убивается первый квад. Второй быстренько отводим. Осторожно, осторожно, много хамвеев, стреляй по хамвеям уже. Справа, справа надо уже что-нибудь делать. Захват еще не изучен. 950 у Роба, 1500. Даже 600 уже было у Дойча. Забыл своего чинука. Даже двоих. Ни там и не добывают. Вот и справа. Сейчас как раз таки про чинуков и вспомнит Роб. На гору заводит, да, сейчас придется не сладко чинукам юсы и быстренько, возможно, возможно, упадет. Выживает, выживает чинук. Но заперто, да, себя. Дочь таким образом. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Изучил захват дочи, но у него ничего не получится. Как-то далеко в центре возводит суплайку. Вновь с этой стороны один чинук падает, делает вывод всего лишь одним квадом. Смотрите, то ли тут 4 потерял, то ли один зашел, и он даже без потерь сделал великое дело. Что ж, давай по печке бей. Дойче, по печке не хочешь ударить? Тем временем здесь норочку просто разобрали. Был убит. Рабиком решил подкрепиться и забегает Ревель. Нашел кружную. Ох, раньше бы бил бы квад. Ждал бы его успех, но нет. Не получается уничтожить реактор. Пока Юсе на левом фланге, дочь наступает справа. Видим, выучил захват. Самый Роб. Захватывает вышку. В центре хорошо копает. Справа пошел и из центра пошел. Вот такой ход. Конем делает Дойче. В принципе, есть возможность зажать противника. Но все-таки здесь быстренько группа разбирается. Квадов и ничего их там. В принципе, да, не могло быть. Все иначе. Так. Ну, дозер убил. Но. Ох ты, куда ж вывел. Ну, нет, да, там никого. Хочет время здесь потянуть. Смотрите, как близко подбегает раб у Дойче. Сбывает Роб, что может вышку туда отхватить. А все уже вышку отхватил. Дойче и копает в центре. Вот сюда бы еще суплайчик построить. Было бы вообще чудесно. Готовит подрыв, готовится дворец. У Роба 200 баксов. Совсем ничего. И 700. У Дойче. Много ракетчиков. Солидная группа ракетчиков. В принципе, двух хамвеев забрать вполне реально. Уничтожается один ракетчик. Здесь был найден раб, и тот уничтожается. Почему так скромно? Сразу сюда норочки давай, дойче. Играй уверенней. Справа и слева делают высадку. Справа почему-то одни ракетчики, слева же квады.
Ой, нехорошо, нехорошо. Это лучше бы там и там бы всех понемногу. Ну, тем более ракетчики не могут здесь что-либо сделать. Ох ты, подрыв какой. В принципе, хорошее место. Два здания с одним ударом. И была возможность, но нет. Сразу бы стрельнуть. Роб очень сейчас рисковал. Кстати, разве не три? Не трех подрывников надо, чтобы суплай-то взорвать. Почему-то четырех видел я от Deutsche. Или это только у Дема так? Забыл про кучки эти Deutsche. Возможно, и помнит, но пока они его не интересуют. Что ж, большая куча хамвеев. Хотя не столько-то и большая. Джарман есть, Джарман есть. Использует Джармана. Успевает баги. Вышку посмотреть до сих пор никак не отхватил Роб. Уж столько возможностей ее было отхватить, давно бы было бы всегда на 1000 больше, если не больше. Конец ресурсом справа, но слева у Роба они еще есть. Уничтожился суплай в центре, и все рабочие бегут относить эти кучки именно на этот суплай, там где и собралась ударная группа хамвеев. Баги контролируй, уезжать надо было, а не нападать. Что ж ты делаешь? Теряется великий юнит. Великий и ужасный. Но. Сделай же с этой кучкой что-нибудь. Стратегический центр уже делает. Ох ты, любая неосторожность, и можно получить люлей. Получать люлей. Роб понимает это и отступает. Впереди его ждут тоже неплохие такие сюрпризы. Но захватывается, сделай уже что-нибудь. Ничего дольше не предпринимает, и забыты его ракетчики. Захватил Роб, и теперь у него 3000 красуется. 1300 у Deutsche. О, сделал-то какого юнита? Уже с апгрейдом. Суплай есть здесь, Deutsche. Может, поможет, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Квад-то сюда зачем? Ладно, еще ракетчик. Квад. Просто квада дает. Сделаю что-нибудь с этими ракетчиками, а. В принципе, зажать мог бы уже между норок и ракетчиков. Этих хамвеев. Но что-то не захотел. Либо просто уже забыл дочь о существовании этой группы. Не замечает ее и Роб. Просто теряются чинуки. О, зашевелились, зашевелились, ребята. Все, увидел Роб. Суплай Deutsche не хочет до сих пор. Здесь продал. Так здесь пора и строить. Да, видимо, эти все рабочие как раз туда и бегут. Вот с кучкой, вот с кучкой. Пусть отнесут по 75 баксов.
Баксы лишними не бывает. Огрызается в центре Дойч. И намерен защищаться Роб в центре. Ох ты, кто тут? Сажаем в домики. Жарман, это хорошо. В центре отстреливает. И только, правда, его отстреляли. Осторожно. Обратно. Убегаем. Эх, уничтожается один баги. В центре суплай построил. А вот здесь не хочет. В безопасном месте, главное, дочь не строит, а вот в центре, пожалуйста. В центре, где так легко зачистить все эти здания. И потому стреляет. Вот же, более-менее раненый был. В итоге этих два раненых подчинятся этой медичкой. Еще тройка баги. Все, отступай. Усаживают на всякий случай следопыта, снайпера местного. Случайно, возможно, он будет подавлен. Нет, рядом проезжают и все. Подошел к вышечке, посмотрел на нее и поехал через правый фланг. Далеко забежал, конечно, раб. Может, было еще дальше все-таки, чтобы радар тогда не видел тебя. Но кто его знал, да, что там будет радар? Через контрол, смотрите, попадает и убивает снайпера. Снайпер убит. Гип-гип, ура. Уже командный центр строится у Роба. Зачем-то возвращает свою группу Роб. Совсем непонятно, для каких целей. На норочку. Вот бы вот эту штуку бы кинулся, и дворец мог бы снести спокойно. По заводу и суплай надо бы стрелять. Да, именно сюда. Но ни того, ни другого даже уничтожить не получилось. Ага, вылезают здесь баги, и ни много ни мало, но получают каких-то люлей. Решает их спрятать, и все на этом. Так, теряется Хаммер. Вот так нелепо и просто. Держи, дочь моего Хамвея, мне он нафиг не сдался. Готовив уже Авенджер, вот для каких целей вернулся. Что ж, можно понять, конечно, это, и готовы томагавки. Бартон не дает в центре обустроиться, теряется баги. И злостный Бартон отступает. Радар Ван, где же он? По-моему, его уже и нигде нету. Его и не было никогда. Опасно сейчас Жарму что-либо предпринимать. Снайпера рядом.
Теперь-то, в принципе, можно. Можно. Ага, вот и радар вам готов. Чтобы Бартона вычислить. Томагавк вот так просто теряется. И отстреливается Авенджер. На Бартона чуть было не наткнулся. Эх, теряется Джарман. Все слабее и слабее игла. И уже есть Альфа Аврора. О, мощный юнит в руках у Роба. Ну что ж, готовы увидеть большой бадабум. На баге. И все четыре баги просто теряются. Бомба летит. Успеет Квада или нет? Нет, не успел один. Полетели, полетели. Все везде обстрелы, повышение. Эй, Джарман просто погибает. И справа уничтожил вышечку. Наконец-таки дочь хоть что-то такое сделал, но вряд ли это его спасет. Ведь на его родной базе творится такое. Поранено надо бить. По кому стрелял? По кому стрелял? Ну, не по нему же ты точно стрелял, дойчи. GG. И это значит 2-0 в пользу Роба. Что ж, поздравляем в этот раз Роба с победой. С чистой победой. И он же проходит в 1/4.